церковь на острове Мадейра. Смотри, настоящие орхидеи. Ксюха, настоящие орхидеи. Настоящие орхидеи. Да, это как там? Украшены. Растет вместо елки. Вдруг сбудется, будет святым местом. Это вот у них, смотри, это у них популярно. Видишь вот эти плитки? Это у них это их национальная особенность, вот эти плитки им выкладывать в домах. А там грехи замаливать? На исповедоваться. Вот еще хочу снять вот эту плиточку. Там Иисус Христос, это Дева Мария. А, по левую сторону, наверное, женщины стоят. Тут же упокой, наверное. А, свечки включаются. 10 копеек. 1 свечка, 2 евро, 10 свечек. А тут вот подаяние можно за подаяние взять. Вот тут вот Иисус Христос, да. А, бус, окей. Генгия, окей. Давай с кошкой тебя сфотографирую. Она кошку хочу. Давай, давай, пусть она играется. Давай. У нее голубые глаза. Какая лихолёська. Ну, давай потрогай. Она беременчатая. Ай, она кусает меня. Ей, не кусайся. Курить мушка, смотри, что делать. Давай, закрывай всё. Контору. Вот она называет церковь. Там, кстати, 1 свечку включить 10 центов стоит. А тут кладбище.